Лакалут Екстрасенситив – надійний захист від болю, якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є. Зубна паста Лакалут Екстрасенситив усуває надчутливість зубів, закриваючи зубні канальця, та захищає від болю. Так, поки наші глядачі висловлюють свою думку, який би варіант, пане Михайле, ви обрали ось з 4 запропонованих? Ну, іменно із цих 4 я б вибрав третє – олігархи. Ух ты. Да, поскольку это вся вот эта история про болезнь, я в нее слабо верю. В каком смысле? Мы все надеемся, конечно, и желаем, Путину, безусловно, желаем. Но, понимаете, у него бесконечные возможности лечиться, бесконечные возможности заменять органы. У него 140 миллионов человек, он может у любого вырезать себе все, что хочет. Он может 10 новых Путинев взрубить. Конечно, каждый день можно нового. Вы зараз жартуете? Нет, конечно, в смысле. То есть вы серьезно? Конечно. Ну а почему нет? Вырезать новую поджелудочную и все. Якщо варіант, от давайте з нього почнемо, це олігархи, які можуть найняти кілера. Поясніть нам. Перше, чому вони досі цього не зробили, а друге, це що буде помста за те, що на них наклали санкції, за їхні яхти. Ні. Чему самые олигархи? Как на меня, это наибольший, ну, неочекованный вариант. Месть – это эмоции. У олигархов не бывает эмоций, забудьте. У олигархов бывает расчет, им нужны деньги. Они теряют деньги каждый день сейчас. Причем их потери денег, это в смысле не вы потеряли 100 гривен, это они потеряли 100 миллиардов долларов. Тем больше. Вот, и каждый день все больше и больше. А эти деньги достались им огромным трудом. Реально, да? Они унижались 20 лет. Просто унижались, ползали на коленях, лизали там ботинки, целовали пятки. И сейчас у них все это отбирается. Ну, вот мы дивимося зараз на наиболее заможных россиян. А это не олигарх, кстати. Вот это олигарх, действительно, который сегодня развелся, чтобы вы знали. А, он сегодня... Да, сегодня его жена сказала, что они развелись для того, чтобы уйти от санкций. Но она не сказала вторую фразу, чтобы уйти от санкций. Поэтому... Вот этот нет, это олигарх, это друг Путина, он не собирается его убивать. А вот этот человек вчера он предложил Потанину объединение своих бизнесов. Потанин, который отказывался на протяжении 10 лет от этого объединения, согласился, потому что против него ввели санкции, он больше не может один устоять, а Дерипаска обещал ему, насколько я понимаю, некую крышу там и так далее. Вот олигархи объединяются, их объединав против вынуждены. Да, да, да. И прямо открыто заявил Потанин, против которого ввели санкции, что объединяемся мы. Он до этого говорил, нам нет смысла объединяться, в этом нет синергии по бизнесу и так далее. И вдруг сказал, чтобы противостоять санкциям, чтобы быть более устойчивыми к санкциям. Вот так. Ну, добре, з цим з'ясували. Але ж ми вже неодноразово обговорювали питання фізичної ліквідації Путіна тут у студії. І, до речі, ну, це ж не так просто. Армію охоронців і взагалі систему безпеки. А яку він ще й посилив, здається, з останнім часом. 60 000 осіб його начебто охороняють. Скільки? Ну, ми ж тоді казали, ти вдруге вже дивуєшся. 60 000. І ти вже дивувався. Звісно, його охороняють. 60 000 человек, нет смысла нанимать какого-то одного киллера, который просто его убьет, потому что в этот момент власть заберет там стоящий рядом, условно говоря, Патрушев, ну, например. Ну, конечно, идея не в этом. Идея в том, чтобы нанять не одного киллера, а 30 000 киллеров. То есть, вот, ну, из этих 60 000 надо половину купить. Не лично каждого, естественно, а его руководство. Да? То есть там его охраняют, по сути, две разные абсолютно структуры. И чтобы олигархам осуществить этот переворот, цель же не смерть Путина. Их же цель это забрать власть, естественно, да, себе, поставив какого-то своего человека. И они будут вынуждены договариваться. У них есть огромный денежный ресурс, огромный, но нет силового собственного ресурса, как там у Патрушева или у кого-то еще, или у Шойгу. Поэтому придется с кем-то из них, сейчас я не знаю и не буду гадать, с кем-то из них договариваться. Але ось ця, як це, подковерна війна, вона триває. Ви знаєте, що ось, пробачте, що я втручаюся, тому що ось ці розмови, вони точаться взагалі у побуті, на кухнях, і пересічні громадяни це обговорюють. І я завжди теж там з друзями і з сусідами це говорю. Кажу, ну є, це КДБ, нинішнє ФСБ, але що, світові розвідки і спецслужби, вони що, не такі сильні, міцні, на відміну від ФСБ? Чому він зміг начебто там всіх підкупити, а вони не можуть його ліквідувати? Ну, як, що це таке? Ізраїль, Британія, Америка, ну, що це таке, господи, коїться? Почнемо з простого. У Ізраїлі немає задачі ліквідувати Путіна, оскільки Ізраїль успешно с ним работает, поэтому отложим в сторону. Остальные, им не поставлена задача, безусловно, физического уничтожения. Такую задачу ставят только в отношении террористов. Вот если бы Россия была объявлена страной и спонсором терроризма, как мы знаем, это процесс, да, он идет сейчас, то это означает, прямо юридически, что эти люди, в том числе Путин, теряют дипломатическую неприкосновенность. У них права примерно как у Усамы бен Ладена. Да. Какие у него были права, вы помните, да? Право умереть под бомбежками и так далее. Вот такие же права станут у Путина, но пока этого не произошло, пока у них нет такого. Но У этих спецслужб, у американских, британских, естественно, есть там свои люди, само собой. Они там добывают информацию раз. Они могут помочь, в свою очередь, вот этим самым олигархам в таких вещах. Да? Потому что эти олигархи тоже живут в Лондоне давно. Все они сотрудничают со спецслужбами вынужденно. С западными, я имею в виду. Люди с такими деньгами, черными деньгами, деньгами от «Газпрома», от левых денег, с десятками миллиардов долларов, конечно, ими заинтересовались уже десятки лет, опять-таки, назад, и все они работают со спецслужбами. Пане Михайло, ви знаєте, у мене тут на думку вже давно ось це спало, це запитання, але не було нагоди поставити фахівцю, людині, яка знається на цьому. Дивіться, я провів певні паралелі. З Горбачовим, наприклад. Кажуть, що він відпрацьовував замовлення Заходу щодо розвалу Радянського Союзу. А може Путін теж виконує якесь замовлення? Саме тому йому дозволяли, пробачили Грузію, йому пробачали Сирію, пробачили Крим, схід України. Може він дійсно, виконуючи замовлення, щось таке... ну, я не знаю, робить, аби розвалити Росію, виснажити її остаточно, а потім світ поділив би... Тобто він агент ЦРУ? А він затишний так шматочок землі там десь в Швейцарії, як у Михайла Сергійовича, і отримав би. Може бути таке? Знаете, в политике работают очень простые заговоры, а сложные не работают. Потому что веб-сайт – это очень сложный заговор, который должен был бы длиться там 30 лет. Вот если брать простой заговор, например, поставить Ленина, чтобы он... Германия, так, безусловно, спонсировала, так, Ленина. Это уже не секрет. Так. Для одной всего лишь цели. Не для того, чтобы он построил социализм в отдельно взятой стране, и 70 лет этот социализм там существовал. А чтобы он подписал конкретно один мир, да, Брестский мир с Германией. То есть, чтобы Германия не вынуждена была воевать на два фронта. Это очень конкретная, простая, утилитарная задача. Путин, как мы видим, решал не такие задачи. Но есть шанс другой, что, опять-таки, через этих самых олигархов тот же самый Запад сегодня ищет какую-нибудь персону в России, которая решит эту задачу. Понимаете? То есть заменить Путина на кого-то, кто один раз подпишет, вот это то, что нам всем нужно сегодня, вот это реалистичный сценарий. То, пробачте, європейські світові лідери, вони дійсно якісь безглузді, тому що я хоча б намагався не знайти виправдання для цих недолугих політиків, які ані стратегії, ані тактики, я маю на увазі європейських, які, знаєте, без яєць, як кажуть. Ну, хоча б, якщо дійсно було замовлення, ну тоді б зрозуміло, чому вони... Їм так зручно жити, та й все. Doing business as usual. В Росії всі дуже хотіли президента з яйцями. Получили, але без мозгов. Тут або те, вибирайте. Поэтому, конечно же, демократия в идеале стремится к тому, чтобы президент был без яиц, но с мозгами. Да? Потому что это не силовыми методами должно решаться. Потому что демократические страны, в них власть принадлежит закону. Кстати, в Украине, на самом деле, давайте по-честному, власть в большой степени принадлежит Конституции Украины, а не президенту, не Верховной Раде. Мы постоянно отсылаемся к Конституции. И как только кто-то пытался ее напрямую нарушить, с ним происходило то, что его выгоняли. Правильно? Поэтому вот. И так же работает весь Запад. Конституция, ну, в случае с Евросоюзом это не конституция, а набор там конституций и регуляций. Жінка-психіатр. Давайте до землі, до грішної землі, до версії, ймовірності версії народного бунту на тлі підвищення цін, зростання безробіття, санкций, так посилювання. Чи може російський народ? Это очень грустная история, конечно, я не верю в это совершенно. Я, ну, когда-то там бывал в России, видел этих людей всех. Но это невозможно, во-первых. Во-вторых, они там слишком хорошо живут, если честно. Но там нет нищеты, нет голода. Поэтому какой голод? Чтобы довести до голода этими санкциями, я не знаю, сколько нужно лет или десятилетий. Это очень долгий путь. Мы столько не продержимся в этой войне, да, чтобы на это рассчитывать. Это, мне кажется, несерьезно. Они готовы к тому, что все будет дорожать. У них достаточно высокий уровень жизни. При Путине... Тем не менее, да, за 20 с лишним лет уровень жизни россиян очень сильно вырос. Потому что выросли цены на нефть, на газ, и потому что первые 8 лет, мы сейчас можем его самыми плохими словами называть, но первые 8 лет для экономики, именно для экономики России, он сделал очень много. Он тогда экономику открыл. Он тогда пустил международных инвесторов, они привели технологии, все это работало. Так и закрыв. Так, правильно. Но у этого есть огромная еще инерция. То есть впереди еще там на 10 лет этого всего хватит. Ну, то есть обнищание, которое вызвало бы бунт, это 10 лет. Військовий переворот. Ще у нас є такий варіант в опитуванні. До війни я мог би, от в перші дні війни я мог би в це повірити, але, по-моєму, армія розгромлена, причому розгромлена з двох сторон. Її розгромили ми, ну, в смысле, наші вооруженные силы, розгромили російську армію. А за то, что наши вооруженные силы разгромили российскую армию, в значительной степени, не всю, но тем не менее нанесли большой урон, за это сверху тоже разгромили российскую армию. Посмотрите на Шойгу. Шойгу был абсолютно человеком номер два. Ну, все спорили, вот Шойгу номер два или Патрушев. Это было до войны. Сегодня в иерархии он, я думаю, в десятку уже не входит. Просто не входит в десятку. Он уже играет роль такого небольшой куклы, которую выставляют, ну, потому что нельзя сказать народу, знаете, наш министр обороны обделался. Этого нельзя, это не принято, это не в российской традиции. Винный пиды против Путина. Нет, он не может, он уже просто, к сожалению, для нас в данной ситуации не способен ни на что, так же, как и вся армия. Наскільки великий список внутренних врагов у Путина? У него есть не то чтобы враги. Вот если брать, давайте отложим олигархов в сторону, потому что тоже некие внутренние люди. Вот если взять совсем уж ближний круг, есть люди, которые понимают, что его нужно менять, потому что это сейчас невыгодно. Их нельзя назвать его врагами, нет. Они многие годы с ним сотрудничали. Они будут к нему весьма дружески обращаться в момент этого переворота. Вот если при перевороте олигархов его именно придется физически уничтожать, Путина, то переворот ближнего круга будет выглядеть совершенно по-другому. Он будет выглядеть так. Приходит человек и говорит: Володь, слушай, ты устал. Не, правда, уже устал. Ну, тебе пора. Ты иди посиди там, все. Не-не-не, братан, все тебе будет, должность какую хочешь. Вот тебе дача, иди отдыхай. Вот такой переворот. Таких людей есть две группы, они более-менее нарисовались. Это Патрушев, который хочет поставить своего сына, понимая, что он сам, ну, как бы Патрушев считает, что он справится лучше с нынешней ситуацией. И группа Кириенко, Ковальчуков. То есть Кириенко — это как бы их кандидат на место Путина. Ковальчуки — это тоже друзья, безусловно, Путина, друзья. Но они же, не только мы видим, что с Путиным все не очень хорошо. Все плохо. Они тоже видят, что с ним не очень хорошо. И он теряет свое доверие именно среди этого ближайшего круга там из 10 человек. Вот победа его, к сожалению, которая досталась ему сейчас там на Луганщине, да, это плохо для нас именно в том смысле, что он еще один там жетон на дополнительную жизнь политическую, в смысле, приобрел себе вот в этом кругу. Вот это самая большая для нас потеря. А запасный президент Медведев, який зараз занял роль такого Жириновского? Нет, запасной, он действительно запасной, но нет, конечно. Он уже, о нем можно забыть в этом смысле. Он, во-первых, не является самостоятельным игроком. На него когда-то ставил очень серьезно Алеша Усманов, который самый богатый человек в России, который сегодня развелся. Но его, я думаю, уже списали в этом смысле. А, пан Михайло, а ось наскільки високо ви оцінюєте вирогідність того, що по російські землі прийдуть інші країни? Японія, Китай, Фінляндія, що до Ленінградської області, там Німеччина до Калінінградської області, Литва, ну, інші країни. Мы говорим, когда война закончится наша. Ну, я не знаю, и когда это будет. Вот, вопрос, что такое возможно. Опять, слово «придут», давайте так, вот вы перечислили страны, которые не будут ничего захватывать, они не будут присоединять, это не Россия. А это все страны, которые перечислили, они понимают современные правила игры. Тот же Китай не собирается захватывать ни сантиметра чужой территории, хотя реально владеет половиной Африки. Там Турция не собирается захватывать ни сантиметра чужой территории, хотя владеет половиной Центральной Азии. Уже ведь сегодня, Япония заявляла про то, что в них все одно. Ну хорошо, там действительно спорные земли, почему о них... Давайте так, вот все перечисленные вами страны соблюдают принцип территориальной целостности. Но на эти два острова не распространяется этот принцип, потому что нет мирного соглашения. Вот в 1945 году была подписана капитуляция Японии, где была всего одна оговорка, что сохраняется император. Других оговорок не было. Но если с Германией после безоговорочной капитуляции подписаны мирные соглашения, которые урегулировали все территориальные споры, с Японией у России такого соглашения нет. Сегодня, если смотреть формально, Россия имеет право, например, ввести войска в Токио, и ей за это ничего не будет. В смысле, это будет в соответствии с правилами ООН. Так как вот последние взаимоотношения, так-то безоговорочной капитуляции имеем право. Вот, поэтому... А чи Китай все же таки настолько мирный? Чи... Конечно, конечно. Они понимают правила игры, они хотят по ним играть. Их цель — это экономический рост, огромный экономический рост, который у них уже идет, и который они хотят увеличивать. Давайте, от дивіться, ми зараз показуємо мапу. Це узгоджено було з вами перед ефіром. Так, йшлося про 5 областей, або там територіальних одиниць. Тува, Якутія, Ленінградська область, Татарстан і Краснодарський край. Ви нам сказали, що ці території найвірогідніше першими відокремляться від Росії. Поясніть. Да, действительно, я верю, что в случае, если эта война продлится еще какое-то время, то есть если она не закончится вот завтра, да, с хорошим для нас результатом, если она продлится еще достаточно долгое время, то российская система управления, она и так сегодня ослабевает вся эта вертикаль власти, а другой системы управления России нет. Ее нельзя взять, принести, быстро поставить и все это спасти. Как мы видели, когда в Советском Союзе он ослабевал постепенно, а рухнул рухнул за секунду, да? Вот то же самое сегодня происходит с Россией. Каждый день войны несет ей риск распада послевоенного. И вот этот распад, как будет выглядеть этот распад? Вот если вспомнить опять распад Советского Союза, это полезно в данном случае вспоминать, то были несколько республик, которые отделились и по идеологическим соображениям, это Латвия, Литва, Эстония. Они все 50 лет оккупации знали, что они хотят. Были страны три, Грузия, Армения, Азербайджан, которые отделились по соображениям вот немедленной обиды сейчас произошедшей, потому что Россия разожгла войну между Арменией и Азербайджаном фактически, и Россия учинила там массовые убийства грузинов во время протестов и так далее. И поэтому у них вот это была причина ухода, то остальные уходили не из этих причин. Там были интересы каких-то руководителей конкретных республик, в основном, давайте честно говорить, Украина получила независимость, потому что у Ельцина был интерес в России, да, ну вот по сути, да, вот, не за счет какого-то там национального большого подъема, мне кажется, так, по крайней мере, ну, честным, если быть с собой. Когда я называю эти места, они тоже не потому, что, вот кроме Татарстан, он именно потому, что там может возникнуть тот самый национальный подъем, это все-таки республика, которая уже десятки лет говорит о независимости. За часы Ельцина все началось. Конечно, да, десятки лет говорит о независимости. У этих людей язык отдельный, у этих людей, ну, иная ментальность, реально. Это прям реально люди, которые себя чувствуют другими, да, и они экономически самодостаточны абсолютно. У них есть одна всего проблема. Как видите, нет внешней границы. Либо им придется прихватить с собой каких-нибудь союзников на юге. Но у них есть огромный союзник снаружи, это Турция. Турция, безусловно, она не собирается ничего к себе присоединять, сразу скажу, но она поддерживает подобные движения в тех странах, в тех регионах, которые она считает исторически своими. Она почему поддерживает нас в нашей борьбе за Крым? Не потому, что она так любит Украину, а потому, что Крым, татары и так далее. Да? Ленинградская область. Ленинградская область, смотрите, там есть логика. Значит, Литва, Латвия, Эстония. Ленинградская область – это еще одна Балтийская республика, понимаете? Она полностью замыкает Балтийское море для России. Да? Там действительно есть своя, давайте честно, такая некая отдельная ментальность. Там есть понятные причины для экономического развития, экономического роста, потому что это Балтийский регион. Она будет называться Ингерманландия, даже выговорить пока не могу. Ингерманландия. Она так исторически называлась. Это историческая область Ингерманландия. И у людей там сейчас растет такое самосознание, как это ни странно. Потому что все ищут свои корни, кем мы были и так далее. Михайло, я прошу, у нас дуже мало часу, але ми хочемо почути про все. Тува. Это вотчина, во-первых, Шойгу, который вот тут может. Он не может поднять военный переворот в стране, но он может попытаться получить себе. И у Тувы есть огромная история независимости. Нет, там рядом Монголия, не Китай, Монголия. Но Тува была независимой до 1941 года. И она объявляла войну, например, Гитлеру отдельно от Советского Союза. Да, объявила войну. Да, 26 июня она объявила войну Гитлеру. Будет Шойгуландия, зрозуміло. Да. И у них есть эти воспоминания о независимости. Якутия — это очень богатый, огромный регион. Его просто труднее всего удержать, понимаете? Там очень маленькое население. Тут она нарисована, это не все такое, не все это Якутия. Справа это не Якутия вообще. Якутия сильно левее. Это половина от того, что вы нарисовали, это Якутия. И Сахалин там. Нет, это все, Сахалин не Якутия. Это вы на Чукотку показываете, она тоже не Якутия. А ты Чукотку, там зеленая? Чукотка наверху зеленая, Сахалин, он вообще вон внизу, совсем внизу, то Камчатка, это Дальний Восток, Хабаровский край, не будем все это обсуждать. В общем, Якутия богатая ресурсами и неуправляемая. Вот понимаете, либо ты строишь демократию, и тогда у тебя есть самоуправление, у Якутии есть самоуправление. Либо ты, но это не построили. Либо ты строишь железную структуру, которая управляет Якутией сверху, это то, что сегодня. Но если она рушится, то нет больше связи, нет связи, ее нет. Ее не успеть построить, вот так вот я бы сказал. Просто не успеть. Ну и Краснодарский край, потому что тут интересы Турции. Это исторически Османская империя, и нам всем было бы интересно отрезать Россию от Черного моря. Одним реченням, часовые обмежения, коли это має статися? Нет, давайте, это только после войны. Если война продолжится еще не меньше там хотя бы полугода, то вот это становится реальностью. Рідні наші, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки нашим відео. Коментуйте, коментуйте, коментуйте. Це дуже важливо для нас і для вас.